Меня зовут Парна. Я расскажу вам историю про самый хреновый на свете отпуск. Дело было на острове Баной, на курорте Royal Palms. Я работала телохранителем у какой-то шишки. Я тогда решила, когда этот козел уедет, поваляюсь еще недельку на пляже, потягивая май-тай. Но нет, не судьба. Когда я проснулась утром, вокруг уже творился долбанный зомби-апокалипсис. Местный спасатель по имени Синамой помог мне унести ноги. А вскоре я обнаружила, что у меня к этой неведомой заразе иммунитет. Я встретила еще парочку таких же, и каким-то образом нас подписали спасать всех остальных. Там был Сэм Би из Штатов, звезда одного хита. Логан, бывший футболист и законченный ублюдок, который ни разу не упускал шанса ко мне подкатить. И Сянь Мэй, миловидная горничная из отеля. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь так зверски махал мечом. Мы вместе отправились в Морсби, чтобы набрать побольше продовольствия. И вот тут-то начался настоящий ад. Военные пытались сдержать эпидемию, но толку от них было ни хрена. Бано и так был отрезан от всего мира. Мы понимали, что нам никто не поможет. Так что хотели мы только одного – убраться с этого проклятого острова. А в итоге очутились в тюрьме строгого режима. Понимаете ли, один долбанутый полковник по имени Райдер Уайт обманом заставил нас искать лекарства от этой эпидемии. В итоге это лекарство превратило Уайта в огромного кровожадного маньяка. К счастью, мы подружились с одним пленником, который увез нас оттуда на вертолете полковника. Так мы наконец-то свалили с этого проклятого острова. А все жители Баноя, которых мы пытались спасти. Что ж, им не повезло. Не считая одной местной девочки. Ее звали Ерема. Мы как раз вовремя заметили военный корабль. Топливо у нас уже было на исходе. Мы не верили своему счастью. Наконец-то тихая гавань. Убрал нахрен. Что за хрень? А наручники зачем? Простите, но я рисковать не могу. Мне приказано вас задержать и доставить в зону карантина. А ты еще кто? Подполковник Сэмюэль Харди. Не сопротивляйтесь, мы лишь хотим удостовериться, что вы не представляете угрозы. Блин, мы не угроза. Угроза на Баное. Ты хоть представляешь, что там творится? Идея есть, но мы надеялись, вы поможете прояснить детали. Особенно она. Отвали от нее к черту. Фрэнк Серпо. Можно было и догадаться. Так весь этот долбанный бардак твоих рук дело? Осторожнее с этим типом. Этот урод родную мать бы продал. Если бы она у него была. Тех, что с иммунитетом в лабораторию. Двое других со мной. Лаборатория? А, мы тебе что, крысы лабораторные? Я США, черт возьми! У меня права есть, твою мать! Отвалите, Серпо, не лезьте в это дело! Какого хрена, блин? Больше так не делайте. Одним больше, одним меньше. В лабораторию их. На Паланайи у себя командуйте, а на этом корабле главный я. Я выполняю приказы. Ваш приказ следовать моим приказам, полковник. Может мне позвонить начальству? Кто-нибудь мне объяснит, какого хера тут творится?
У них очень высокая устойчивость, мистер Сербо. Уже 3 дозы ввели. Долго еще? Вы обещали, что результаты уже будут. Сэр, это для нас неизведанная территория. Нужен еще хотя бы день. Только осторожно. Мы не хотим, чтобы кто-то из них умер. А что с той женщиной, Еремой? Это более сложный случай. Ее перевозят в другое место. Не волнуйтесь, я с них глаз не спускаю. Боже. Голова. Какого черта тут произошло? Эти мудозвоны нас вырубили. Вы кто? Эй, мы с тобой разговариваем. Я никто, если честно. Вас укусили. Сколько времени прошло? Довольно давно. Видимо, он на меня не действует. У тебя тоже иммунитет? Похоже, что так. Чего? А тебя прислали за нами шпионить? Точно. Поэтому я такой потрепанный. Это я так маскируюсь. Значит, вас тоже проверяли? Да. Видимо, они пытаются выяснить, почему у нас иммунитет. Какими судьбами? Я был солдатом, пока вся эта хрень не началась. Участвовал в крупной гуманитарно-поисковой спасательной операции. А потом прибыл тот гражданский. Сербо. Да. Внезапно военные оказались не у дел, и спасательную операцию отменили. Что они задумали? Я только знаю, что вокруг всего архипелага установлена морская блокада. Никого не впускают и не выпускают. Не знаю, что за хрень тут творится, но это не имеет отношения к гуманитарной операции, это уж точно. Боже, никак не отойду от этих чертовых медикаментов. Эй, эй, очнитесь. Вы как? Ох, что случилось? Корабль... Вставайте. Корабль затонул. Идти можете? Ну, наверное. Где? Паланай. Где это я? Но здесь на берегу небезопасно. Тут ходит инфекция. Какая-то чума. О, боже. Неужели опять? Весь остров катится к чертям. Вирус распространяется. Поговорим позже. А сейчас вам надо уходить. Отправляйтесь в лагерь Райский остров. Ищите большой дом на дереве. Там вы найдете остальных выживших. Возьмите. А я пока посмотрю, нет ли на берегу еще кого-нибудь. Не шторм, а кошмар. Всем привет, дорогие друзья. И добро пожаловать на канал Felix Game Portal. С вами я, Влад. И со мной еще Игорь. Всем привет. Здорово. Сегодня будем проходить Dead Island Riptide. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Так что поехали. Пошли на базу, как нас просят. Идем по этой стрелке, да? Да, по указателю. Будем проходить какие-то еще второстепенные задания или только главные? Да, давай будем проходить второстепенные, может найдем какие-то вещи уникальные. Ты где там не отстаешь? Бегу, бегу. Ой, я 33 бакса взял 2 раза. Кстати, ящик этот был и для тебя, и для меня. То есть ты взял первый, а для меня еще тоже осталось. Нельзя. А, ты уже хочешь упасть. Так, у меня ярость полная. Зомбаки. Пока все мертвые. Так, парадайз. Как на русском, не знаешь? Рай. О, прикольно. Мы идем в рай, получается. Рай зомбаков. Так, выброшенные. Задание обновлено. Помогите защитить лагерь. Что, поможем? У тебя есть какое-то оружие? Такое же, как у тебя. Мачете какое-то. А у меня смотри какое. А где ты его нашел? Не знаю, мне дали. Прикольно. А что мне не дали? Что у меня еще есть? Так, все.
шашлык лезвие. Мне вначале, когда я начал, мне его просто так дали. Мне не дали. Ой, блин. Мясорубка. Так, я упал. Что такое? Она тебя напали, наверное. Ой-ой-ой. Тоже упал? Да, какие-то они опасные. Все, падал, упал им. Боже. Так, последний. Хот-дог. Как его там звали? Хот-дог, что ли? Так, все. Собираем, что здесь. Им тебе не надо. Я пошел дальше рубиться. Какой-то алкаш зомби был. Ты смотри, здесь модификация гвоздь пропустил. Или ты взял? Не брал. Ой, модификация шашлыка. А нет, модификация гвоздь. Гвоздь там. И шашлык тоже. Так, я здесь пока обыскиваюсь. Идем тут, видишь, гвоздь. Выделяются люди, их надо спасать. Да. То бонус будет. Бей его с ноги. Отрубите ему ноги, они будут валяться. Голову. Пах. Так, кто там? Там еще какая-то группа. Вот здесь еще. Эти слабаки не могут убить. Ух ты, как голова отлетела. Бензин для зажигалки я поднял. Все, задание завершено. Так, и что теперь? Сейчас надо другое делать задание. А, вот. Лимонный сок я поднял. Так, я использую аптечку. Предложить обмен. Где можно предложить обмен? А я знаю, тут еще есть чувак, который может хранить вещи твои. Мы были на корабле, но... Ага, видел, хранилище ходячее. Так, начать сейчас. Да, начинаем, да? Да. Окей. Установите защитные ограждения. Вон сетка справа. Ага, вижу. Так что я ставлю здесь, ты там, наверное, дальше пока поставишь. Да. Надо мой забрать. Они по-любому это сломают быстро. Долго. Да, но они когда сломают, можно чинить ее. Так, что, готово? Или еще ты последнюю сейчас ставишь? Все, я поставил. Так, вернемся к реальности. Подготовьтесь к защите лагеря. Ну, мы готовы. Где? Соберитесь вместе. Зачем? Ожидание других игроков. Видишь, я должен был к тебе подойти. Так, давай я где-то здесь держу, наверное, ты там. С другой стороны. Можно будет их через сетку, интересно. Когда они близко домой. Ох, сколько их тут! Да, теперь нас двое и зомбаков тоже больше. Надо спасти вот на наших этих. Напали они, гады. Все, отлично.
сетку берешь? Тут же брал. А она появляется сама? Ну тут, когда видишь, подходишь к сетке нажать, а? И она должна вроде ставиться. Где еще замки? Там? Так, сила орды уменьшается. Все. Выполнили, по-моему. Так, что, теперь назад возвращаемся, да? Там сейчас надо будет взорвать мост. А, мне пистолет какой-то дали. Так, ты что, сейчас на паузе? Я смотрю, что у меня нету такого оружия, как у тебя. Ну, это мне дали в начале, ой, блин. Так, отойдите, дайте мне взорвать мост. Тебе тоже дали сигнали пистолет? А, значит, они так не взрываются, что ли? Надо попасть именно. Пипец. Все, ого, я аж отлетел. Слава богу. Мы здесь, братья. Так, а все, теперь можем поднимать уже. Что с них упало? О, вот 109 баксов. Все, вот наш лагерь. Нифига себе, это похоже на Джейсона. Вы взорвали чертов мост? Сзади. Это действительно было необходимо? Старости. Слава богу, вы выжили. Этот чувак в жилете. Давай, Вилла. Ты все пропустил ролик? Не, я видел. Похоже, вы все знакомы. Я знаю, что вы обо мне думаете, но клянусь богом, я не желал вам зла. Я пропускаю, интересно. Это все Серпо. И кто такой? Он работает на частную фирму. А ты тоже пропускай. Зачем? Все решения. Да, чтоб мне неинтересно, трёпки. Зачем именно они здесь? Может, кому-то будет интересно. Ходят слухи, что они пытаются. Давай, этот пропущу тогда. Не думаю. Так, задание завершено. Новый выживший присоединился к вашей группе. Отлично. Что-нибудь нужно? Прежде чем отправишься в последний. Так. Поговорите с Харлоу. Ты где? И бегу к тебе. С этого? Что она удирает? Времени. Вы с Харди друг друга не жалуете, правда? У остальных из-за этого проблем не будет, правда? У нас чем я могу вам помочь? Вам стоит к берегу. Просто скажите, когда вам захватывается. Не сейчас. Не исповедите. Ну, начинаем задание? Да, давай. Открытка. Эта девушка предлагает нам найти рыбацкую деревню и найти там лоды. Ага, пока будем главное выполнять. Тут есть, смотри, одно второстепенное. Да что же. Можем по пути выполнять второстепенные, там, спасать кого-то от зомбаков. А там было начать сейчас или позже? Можете ли мне кое-что посмотреть? Коктейль Молот. Так, так что, пойдем? Идем по заданию. У тебя есть эти точки? Какие? Которые у меня. А что у тебя? Задание выполняю. У тебя нет этого? Не, у меня такие же задания, как и у тебя. А что? Я думал, здесь будет лодка просто. Не, нам надо им найти ее. Ага. Пипец. Сейчас... Машину взяли. Какой-то зомбак.
А их тут двое, трое. Надо убить. У меня еще этот пистолет есть. Да он. Один патрон. Отойди от этого хот-дога, я сейчас не могу сейчас стрелять. Блин. Ой-ой-ой, я сам сгорел. Откуда их столько? Да-да-да. Тебе помочь? Тут хот-дог, упаш его. Ну и название, конечно, у них. Вон еще один. Так. Ты будешь шофер у нас сейчас? А что, можно садиться? Ну, давай. Ну да, я могу рядом. Так ты за рулем будешь или я? А, да, я сяду назад, если интересно. Так я буду ехать? Да. Фигово, сейчас буду врезаться в каждое дерево, наверное. Так, все, поехали. Да, тут система управления не продумана, не можешь. Да, еще руль справа, я так не привык. Какой-то вид сверху поставить. Неудобно. Главное, чтобы тупика где-то не было. Нам надо на восклицательный знак, да? Да. Блин. Yes. Ой, я разбил стекло, отлично. Блин, думал, там будет где-то поворот. Нет, такой дороги напрямую не будет. Нам придется. Да елки-палки, что здесь такое? Ну давай спасем этого чувака. Да, давай. Помогите Мугамбе. Ты уже слез с машины? Не, давай дави пока их так. Да-да-да. О, вообще круто. Так, все, я слез. Мы его вроде бы спасли. Поговорить надо с ним. Еще и залезть к нему, что ли? Вот, возьмите. А я пойду. Что-то он нам дал. Что он дал? Новый уровень мне дал. Так, я пока улучшаюсь. Да, двое прибежало. Ух ты. Большой гвоздь. Так, мне это оружие надо починить. То уже мало у него мощности. Так, кухонный нож. Сигнальный пистолет можно выкинуть. Тихуанская мачете. Я пока надену. О, да. Что, поехали? Или пешком? Пешком будет далековато. 150 метров. Сел? Да, 150 метров. На самом деле тут больше, чем 150. Все, нам как раз туда надо. Да, много покатались. Так, здесь что-то есть, смотри. Я все забрал. О, какой-то зомбак. Да, вдвоем, конечно, легче их убивать. 80 метров. А вот там, в каком-то доме, наверное, будет. Так, что, убиваем этих или бежим сразу туда? Давай убиваем. Так, какие-то слабенькие они. Вставляющий самодельный нож. Какой-то прикольный. Так, где-то. Тебя нападают? Нет, пока. Закусочка. Ну что, пойдем. 30 метров. Ого, сколько здесь зомбаков.
Много? Да, достаточно. Режущее оружие. Ух ты, я сейчас умру. Пипец, схватил меня зомбак. Получай. Можно обыскать. Еще один зомбак. Ага. Еще ногами и пинаешь. Ой-ой, я ему прям в глаз. А посмотрим, что тут. А ничего не могу. Ага, здесь закрыто все. Ну все, тогда идем, наверное. Смотри, он встал. Это он? Или не он, блин? Так, а тут что у нас? Ну-ка, давай залезем. Что, есть там что-то? Есть какая-то лестница наверх. Еще одна лестница. Где туда упадешь и умрешь? Ящик с сигнальной ракетой был. А? Ну забирай. Бух! А что, умер? Разбился. И откуда ты будешь? Может, там что-то есть? Не знаю. Ну ты молодец вообще. А ты где? Взял у Палау 30 метров. А я вот. Ладно, я иду тогда уже этим, к нашим. Поговорю с этим Джексоном. Уходите, Майкл Джексон. Все нормально, мне просто надо там. Сейчас он просит нас что-то сделать тут. А, просто так не откроет, да? Вообще красава. У меня плохие новости, Карло. Лодок больше нет.